На стадионе районного центра собрались сотни людей, как юноши и девушки, только распрощавшиеся со школьной скамьей, так и выпускники прошлых лет. Я очень рад присутствовать на этом празднике. Спасибо всем организаторам. Очень приятно. Мы все вышли из школ, стен Бадамшинской средней школы номер 2. Она нам дала путевку в жизнь. Мы это все помним, ценим. Благодаря ей мы состоялись. Поэтому мы хотим поздравить как Бадамшинскую среднюю школу номер 2, ее учителей, руководство, так и выпуски всех времен с праздником. Праздничное мероприятие началось с шествия выпускников. Аким района Рахат Садыков поздравил участников со знаменательным событием. Вчерашним школьникам пожелал успеха во взрослой жизни, а выпускников прошлых лет поблагодарил за участие в фестивале. В прошлом году, сами знаете, Туган Джерге Тахзам, наши более 300 наших земляков со всего света были гостями нашего города Актюбе и нашей области. И они не только приехали просто погостить, они своим участием, развитием нашей, вложениями в развитие нашей экономики, процветание нашей области и, естественно, дальше нашей республики. Далее состоялось вручение Алтын-Бельги и аттестатов особого образца. Кроме того, отличникам учебы были вручены памятные подарки, а выпускники прошлых лет оказали материальную помощь родным школам. Особый день с глубоким смыслом. День встречи выпускников всех лет. Для каждого из нас школа дала путевку в жизнь. И мы, выпускники Херсонской школы, хотим в рамках акции «Туган Джерге Тахзым» вручить сертификат нашей родной школе в сумме 100 тысяч тенге. Завершился фестиваль концертом. Причем помимо молодых талантов района на сцене выступило старшее поколение. Мечта сбывается. Душевные песни, яркий фейерверк – все это позволило создать настоящую атмосферу праздника, и этот фестиваль выпускников его участникам запомнится надолго. Владимир Федотов, телеканал Актобе.